Шкатулка желаний ПДД. Сотрудники госавтоинспекции Прикубанского района организовали профилактическую акцию безопасного движения. Участниками рейда стали школьники поселка Кавказский и автомобилисты. Вместе с ними была и наш корреспондент Дарья Тендит. С самого раннего утра школьники, воспитанники Дома творчества и детского сада поселка Кавказский совместно с сотрудниками госавтоинспекции Прикубанского района собрались на главной аллее поселка. Инспектор объяснила юным участникам правила и раздала листовки с напоминаниями для водителей. Мы решили принять участие в этой акции, чтобы люди приходили домой живыми и здоровыми, чтобы водители уважали друг друга и было меньше аварий на дорогах. Я решила поучаствовать в акции «Шкатулка желаний ПДД», чтобы водители были аккуратны на дороге, не было аварий, чтобы все были аккуратны. Эта акция полезна не только для пешеходов, но и для водителей. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов, а школьники под строгим контролем инспектора проводили акцию «Шкатулка желаний ПДД». Подготовили для водителей, называется «Шкатулка желаний правил дорожного движения». Вот они хотят, чтобы вы вытаскивали определенный брелочек и пообещали исполнить их желания. Водитель вытаскивал из коробки брелок с напоминанием. Переходить дорогу по пешеходному переходу. Так, давай вручай памятку. Все, обещаю. Спасибо. Водители, получившие брелоки, смогут задуматься о своем поведении за рулем и будут более внимательными к соблюдению правил. Сотрудники надеются на то, что подобные акции смогут повлиять на автомобилистов и сделать дороги безопаснее для всех участников. Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В связи с тем, что случаи участились с участием пешеходов, несовершеннолетних, которые управляют транспортными средствами. Таким способом мы хотели бы и водителей, и участников дорожного движения задействовать в нашем таком мероприятии. Брелоки будут не только стильным аксессуаром, но и символом ответственного вождения. Соблюдайте правила дорожного движения! Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.